цены на рыбку, посмотрите. 7,90 вот такие креветочки. Вот такая рыбка 11,90. Красная по 13,90. И здесь у нас моллюски. Называется фрукты Димары. 6,49, 9,49. В общем, разные цены. Ой, как красиво. Смотрите. Курата по 5,90. Прекрасные цены. Скумбрия 5,50. 9,49. Рыба пескобича. Кранов пескобич. 21,90. Вот такие королевские креветки. Там видно. И здесь уже рыбка расфасованная. Какие цены я вам покажу? 2,50 апельсины из Сицилии. 1,5 килограмма, 2,50. Здесь апельсинчики по евро за килограмм. Дальше. Лимоны 1 евро 29, 0,5 килограмма. Вот такие лимончики, ну не очень. Здесь лимоны 2 евро 19 за килограмм. Дынька такая 1 евро 69 центов за килограмм. Киви 1 евро 89 центов. Здесь расфасованные киви, как они называют, био. 3,29, 0,5 килограмма. Килограмм 6,58. Здесь расфасованные киви 2 евро килограмм. И яблочки 1 евро. Баклажаны 1 евро 79 центов. Финокки 1 евро 49 центов. Сейчас яблоки посмотрим. Груши по 3 евро за килограмм. Яблоки эти 2 евро за килограмм. Рядом которые 2,50. Вот. И вот в упаковочках по 2 еврика. Бананы 1 евро 29 центов. А здесь бананы 2 евро 19 центов. И здесь такие манго, авокадо. Это авокадо 0,5 килограмма 2,89. Нет, здесь не 0,5 килограмма. В общем, килограмм 4 евро 18 центов. Это лайм 2,19. Гибрид апельсинов лимоном и граната 3 евро. Ну, в общем, вот такая фрукта. И здесь яблочки 2 евро 2 килограмма. Всем пока! Почем стоит рыбка в Италии? Сальмоны. Это красная рыба 12 евро, 9,90 урата. Эти анчоусов я не вижу. Рыба меч 25 евро. Вот такая у нее меч. Вот такой красивый. Это камбала. Это, ну, в общем, все вы сами видите. И здесь креветочки королевские по 15 евро. Здесь кружочки кальмара по 7,90, но это не кальмары, это то-то, ну. Далее. Вонголы 15 евро килограмм. В общем, смотрите, вот такие цены в Италии. Вот такие
панокия 9 евро килограмм. Полипо 12 евро килограмм. А какие цены у вас? Пишите в комментариях. А это вот мерлуццо. Я показывала или нет? Да? Как оно? Но мелу какую-то по 5 евро за килограмм.